И опять ухаживание. Ну, не могу я не сделать вот такие трогательные сцены. И опять ухаживание за Бобой. Вот сейчас я его намыла, все уложила. Смотрите, ну смотрите, ну как, какая она у меня умница. Бубушку так вылизывать, а? Ай ты моя красавица. Она ведь тоже старенькая собачка. Видите, они как по очереди. То Маечка, да, его Маечка, то наша красавица. Ну-ка, чего ты ему там? Чего, Розенька? Чего, моя девочка? Чего ты там возмущаешься? Чего? На кого? На кого? Да белка с тобой. С тобой, белочка. Вот она с тобой, конечно. Ну. Теперь глаза ему вылизывает. Представляете? Глазки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, не умница. Люди, люди, учитесь. Учитесь. Так надо любить. Сейчас у нас так это актуально. А все, каждый за себя. Каждый себя любимого любит. Нет бы помочь. Даже если не любите животных, но помогите людям, старикам, детям, которые в детских домах, которые тоже брошенные. Злость, одна злость сейчас людская, ненависть, зависть, которая присуща только людям. Животные, животных Господь Бог уберег от этого. От этих всех ненужных негативов. Бубонька, Бубонька сразу. Такой ты у меня парень со всех. Ну, у нее сейчас, конечно, проблемы небольшие начались. Ну, лежит, конечно, без движения. Немного у него кровоточит моча с кровью. Ну, я сейчас делаю все медикаментозные вот эти процедуры для того, чтобы этот процесс воспалительный остановить. Да, он как. Посмотри, посмотри, чего еще у него там надо. Чего ему еще надо вылизать. Умница. Ну, эти кадры можно смотреть бесконечно. Бесконечно. Вот это. Так, ну, у меня слов даже нет.